знаю, что мы хотим. У меня, в общем, такая проблема с машиной. Сосол убежал. Да, машина. Делать мне ее пока не то, что неохота, денег нет, финансов. Там надо помпу покупать, и на помпу денег нет. Но поэтому ходим все, пешком. Все, да, что... Но поэтому гуляем пешком, пьем кока-колу, жрем сникерсы. Сейчас мы идем в Эйбат. Да, на это у нас деньги есть, а на помпу на новую нахер не надо. Ну да. Ну просто сезон как бы прошел уже. Сезон прошел, да. Машина хочет отдохнуть, да. Стоит гнев. Вот, такие дела. В общем, захотели попарить, а у вас нет своего вейпа. Пришли в вейп-рубул, заплатили денежку и попарили. Василия Гольцова 4. Да. Вот уже вывеска виднеется. Только нам надо поближе подойти, чтобы ее было виднее. Виднее. Виднее виднелось. Да, вот так. Вступить в мою группу, сделать репост данного видео, и тогда вы сможете выиграть 100 рублей себе на телефон. Будет 5 призовых мест. Каждому человеку по 100 рублей на баланс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо вейп-бару Vaporbull. Я наигрался в Sega. Нет. В Xbox и наигрался в бильярд. Приходите, играйте тоже.